Сегодня, кроме вручения наград, я хотел бы сказать слова искренней благодарности тем, кто ежедневно совершает подвиги, спасая людей во время пожара, во время наводнений, людей, которые тонут по независимым причинам. И это подвиг, который наши земляки совершают практически каждый день. Это говорит о нашей жертвенности, о нашей самоотдаче, чтобы помочь ближнему. Я сначала подумал, что он разыгрывает меня, а потом уже руку-ногу даю, а потом уже слезать начинаю. И я слез к нему, вот плываю, его начинаю за руку вытаскивать. А он за меня ухватился, и мы с ним начали вместе под воду уходить. Я только успела вынырнуть воздуха набраться, и опять под воду уходил. Но потом он потерял сознание, потому что и у него там свело, у нас холодные родники в руке. Муж, когда пришел с реки с Владом и сказал, что Влад, у нас сейчас вытащил Артемку, иначе бы он сейчас утонул. Вот, ну, у меня какое-то такое необычное чувство. Я вижу, что муж рядом стоит, ребенок, все нормально. А с тем мальчиком я не знаю, что на данный момент. Я побежала к ним. Он, конечно, был в сознании, но так тяжело ему было. Вот они ждали скорую. Но на тот момент было более-менее, самое главное, что ребенок живой.